Привет. 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 Не стесняйтесь. Привет. Привет. Здрасте, здрасте, родители. Здесь страхов нету у тебя. А что это? Ядовитый паук. Ядовитый паук? Да, и сороконожка. И сороконожка? Но это все боятся. Да. Я вообще змей, например, боюсь, представляешь? Ну просто. А так, смотри, как красиво у тебя и солнышко. А давайте вместе раскрасим. Вот как ты раскрасишь это свое, чтобы это было все цветное? То, что написал. Что ты написала? Что? Здоровый, счастливый, смелый и красивый. Отлично. Здоровый, счастливый, сильный, смелый, красивый. А ты? Красивая, счастливая, добрая, умная, веселая. Да, а ты? Красивая, умная, добрая. Добрая. Смотрите, вот вы это написали. Теперь каждое утро... Открыть вам секрет, да. Чтобы быть такими, как Николай Басков? Да. Хотите? Да. Вот я просыпаюсь и каждое утро пишу у себя в блокноте, что я... Самый здоровый, самый счастливый, самый красивый, самый умный, самый богатый, самый талантливый. Я люблю людей, а люди любят меня. И я пришел в этот мир радоваться. Каждое утро я это пишу сам, рукой, на бумажке. И вы знаете, все сбывается. Если вы сами будете проецировать свое внутреннее состояние только позитивности, то и ваша жизнь будет постепенно меняться. Как только вы будете в голове держать страхи, неудачи и говорить, у меня столько проблем, у вас будут всегда проблемы. Будете говорить, что у вас нет денег, у вас не будет денег. Будете говорить, что вы некрасивы, вы будете некрасивы. Потому что это вы так считаете, что вы некрасивы. Но если вы будете проецировать себя на то, что вы красивы, обязательно появятся люди, которые скажут, ты самая красивая, ты самый умный, талантливый. Поэтому все зависит только от вас. Поэтому никаких страхов не должно быть. Я понял, что если я поддержу письмо Анны, и с моей стороны это как бы было обращение на ту проблему, которой занимается эта девушка. Я прочитал, что она делает, какой у нее фонд, как она борется. Мне показалось, что это очень важно после моего поста, что вот я приехал, я привез свое грандиозное шоу, игра, и что сейчас будет строиться реабилитационный центр для детей, которые пережили насилие. Это очень важно. Мы каждый должны заниматься каким-то делом, который нам доставляет счастье и радость. Я занимаюсь делом каким? Самым главным, что я пою для людей. Иногда люди уходят с моего концерта абсолютно счастливы, потому что они любят меня, я люблю их, и я им дарю свое творчество. В этом может быть... закон моей жизни.